Сегодня у нас не доброе утро. А добрый кто? Обед, да? Обед. Начинаем сегодня с обеда. Можно намазать на хлебушек? Да. У нас сегодня кабачковая игра. Я сделала пюре, салатик. Это баночка, да, вторая. И уточку пожарили. Да. Ну, в магазине еще есть, сына. Ну что, нельзя поехать купить? Нет, нельзя. Нельзя в магазин? Именно таких больше нигде не останется. Да? Такие. Ты мне руки вытри. Где тебе руки вытри? Афоня на новом самокате. Все-таки ему никак мало человеку одного самоката. Ага. И мы смотрим новый телевизор. Несмотря на то, что он маленький, но зато там Smart TV есть. И мы YouTube. Автомобильный, да. Да? Мама, там перепровода. Провода, да. Всем привет! Сегодня у мамы настроение пряничное. Пока, пап. Сегодня у мамы настроение пряничное. И сегодня у нас праздник. День чего? Свадьбы, любой. Свадьбы, точно. Ты вспомнил? А я и так знал. И я хочу маме сказать, чтоб вы не разводились, и было у вас все хорошо. Всем привет! Вы на канале Футбол Фрик. Здравствуйте, мадам Газель. Это вы играете в Фрак Рай. И мы сегодня я снимала видео про какую-то игрушку Каку Пакрака. Всем привет! Ваня. Поставить? А Ваня снимает видео с Гришей сегодня. Стоят один в трусах, один в шортах. Видите это? Какое небо. Походу вот там вот уже дождь идет, да? Видно вам? Вон какая полоса. А у нас еще пока нет дождя. Я сейчас выехала за 7 вечера у нас за сахарной пудрой. Так что вот такая вот погода. А здесь солнышко с этой стороны, над этим полем. А над этой тучки. И там, по-моему, вон дождь идет. Вот еду, и опять видно, что дождь. Дождь. И вот уже как бы над хутором как будто идет. Сейчас пойду смотреть. Поеду, вернее, смотреть, что там у нас дома. И вот там вот дождь идет. А вот там солнце. В общем, интересные тучи, интересная погода. Сегодня у нас, какое получается, 20 число. Начинаем наш влог с дождя. Сегодня у нас дождь, причем такой настолько сильный. Было окно у нас здесь открыто, здесь залило все просто. Даже на ковролин накапало, так что я сейчас здесь все вытерла. Тут у нас прям дождик. Ветер прям со вчерашнего дня, с 19-го, не помню по какой там, по 23-е у нас прям стоит штормовое предупреждение по краю. Вот, потому что летние дожди настолько непредсказуемы. Опять дождь, опять сильный. У меня перчик засох от жары. Вот была такая жара, что перчик, несмотря на то, что я его каждый день поливала, он прям просто засох. Тут пекло, конечно. Посуду под дождь. В общем, это круто. Все как все-таки интересно, какие интересные люди, какие интересные мысли, когда у нас была жара, не было дождя, ты думаешь, блин, как круто, где-то дождик, где-то все поливает. А сейчас у нас наступила такая неделя дождей, и думаешь, блин, где-то жара, я бы сейчас тоже в жару. Поэтому как-то не угодить, нужно радоваться тому, что есть. Как-то учиться радоваться. Не знаю, правда, как это сделать правильно.
дождя. Сейчас просто стена дождя. Я выхожу, сейчас дождь прекратился, мы будем чай вязать. Телек, конечно, супер нас выручает. Сейчас покажу, какой у нас телевизор. По диагонали вообще небольшой, 52, по-моему, сантиметра, но из-за того, что Smart TV, он очень клевый. 14 тысяч он стоил, Samsung, очень простой, сразу подключили, сразу все стало ловить. Вот, и очень легко, даже с телефона я включаю, то есть захожу прямо на YouTube, сразу включаю на телевизор видео. То есть все, связь работает, все отлично, несмотря на то, что интернет... А, вот 54 сантиметра, да? Несмотря на то, что интернет у нас в доме. Вот, но все равно сюда под навес все дотягивает, все Wi-Fi ловит. То есть прям у меня положительные отзывы. Единственный размер хотелось бы, ну, именно для этого помещения побольше. Но для какой-нибудь небольшой кухни или спальни вполне себе размер нормальный. Что у нас там, Афоня? Третья серия? Пять, дождь. Сильный? Да. Да, опять дождь сильный? Давай, Катина! Вчера, завтра, да? Что успели щавли накосить? Вот она, третья серия. Пишу, привезла на английский, а тут сейчас мы увидели, что колючая проволока вот. Глянь, тут вот натянута. Вот там, да? Вот дальше, там, ага. Сейчас отсюда там не тоже? Очень. Там, а, это чтобы, такие... короче, это палисадник за... Ряда колючей, ага. Проволокой тоже, ну как забор. Ну да, 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 короче, колючая проволока тут. Давай, опасно. Выходи. Все, деньги ты возьми, пожалуйста. Там же. Опасненько. Угу. Все, домашнее задание ты сделал, да? Да. Молодец. Сейчас я все сложу, подожди. Григорий, сейчас тут все, и деньги. Надо теперь все собрать. Глянь, здесь целую канавку, они даже не видят. Ну да, да, тут такой дождь тоже был прям сильный, даже больше, чем у нас на хуторе. Да. Здесь даже 5 раз начинался, у нас 3 раза. Да, все печальненько. Так, ты все? Да. Вы никогда не узнаете правду, зачем я хожу на английский. Зачем? Вы не узнаете никогда правду. Да? Все, вам пока. Ты деньги взял? Правда моя. Я уже еду домой, я тут по магазинам проехалась. Я обожаю, когда у меня машина вот так вот забита едой. Блин, как я люблю поесть. И еду, опять любуюсь небом, опять оно интересное, необычное. А вот в той стороне вообще все голубое-голубое. Но с такими какими-то классными облаками, пушистыми. В общем, люблю я небо, люблю природу. Даже не представляю, как бы я жила в большом городе. Мне кажется, я вообще не городской житель. Я даже в Ейске нахожусь, это все здорово. Мне город нравится тем, что можно везде ходить, в театры. Я обожаю театр. Помню, что крайний раз я была в театре, когда я была беременна. По-моему, Афонька, я была беременна. И прям уже на таком нормальном сроке, когда меня отекали ноги, прям реально, и было сложно сидеть на одном месте, там около 1,5-2 часов, это было сложно, но интересно, как-то вроде бы сидеть на месте сложно, но настолько интересно, то есть мозг даже не воспринимает вот эти вот мышечные всякие боли. Вот, поэтому... Город для меня это вот какие-то вот такие вот развлечения, которые поблизости. Ну вот, просто жить каждый день, мне кажется, я бы не смогла. Хотя, если бы попробовала, надо бы было, ко всему бы привыкли, да? Я опять выехала, уже за Гришкой, на карате немного пораньше, потому что ехать мне вокруг по нашей гравике. Дорога длиннее и медленнее, потому что ям там очень много. Вот как раз про вот эту дорогу говорили на собрании, что нужно ее просыпать. Ну, соответственно, я так думаю, что как бы сейчас нельзя просто купить гравий, например, там на 100 тысяч купить гравий, да, и просыпать эту дорогу, ну, для бюджета станицы. А нужно сначала сделать проект.
который также, ну, допустим, будет стоить 100 тысяч. И потом только на эти деньги купить, ну, и еще на 100 тысяч купить гравия. То есть вот без проекта сейчас нельзя это все делать, поэтому мы ездим медленно по лужам, но как ездят, то не застрием. Я опять любуюсь подсолнухами, небом. И, в общем, и радуюсь. Все разложила, там в основном было мясо, курица, много курицы и рыба даже, какую птаса, кажется, называется. Мне она показалась как будто крупная мойва. В общем, попробую пожарить, не знаю, насколько будут мои ребята это все есть, но рыбу все равно надо бы есть. И завтра у меня по плану суп. Совсем забыла про этот суп с ветчиной и с перчиком. Ой, с перчиком. С ветчиной и со сливочным сыром сплавленным. И еще перловка и пупки. Все, уже достала пупки на разморозку. Буду готовить завтра. Все, мы всех проводили, да? Тетя Аня к нам приезжала. Перейдем домой, уже в комнату будем заходить, потому что уже 8 часов, начинает темнеть. Да, сынок? Ну, все равно хорошо на улице, свежо, не жарко. Да. Как дура сижу, смотрю это кино, уже час ночи, но хочется узнать конец. Вот полчаса осталось, сейчас 30, написано, все закончится. Это только у меня такое, если начала смотреть сериал, то уже все, надо его досмотреть. И вот осталось полчаса. Сижу.